向一直以来给予我们大力支持帮助的各位领导嘉宾及同仁们表示衷心的感谢。Мы попросили наших партнеров, Национальный музей кино города Пекина, представить нам современные картины, не старые, а современные. Те картины, которые собрали большой бокс-офис у себя в стране, в Китае. Нам стало интересно, что же у них интересно, что же интересно, вернее, китайскому зрителю. И посмотрим, универсальны ли эти истории, и также ли они зайдут зрителю нашему. Китайский кинематограф всегда был очень самобытным, и что приятно, несмотря на то, что развивается он достаточно давно, фактически с момента зарождения кинематографа, и первые фильмы, я не киновед, конечно, но, по-моему, я не ошибаюсь, 1905 года, да? Вот, и они сохранили свое лицо, и это очень важно. Китайский кинематограф до сих пор очень-очень аутентичен и очень-очень хранит все свои традиции. Это приятно.